Всем привет, ребята! Вы попали на канал Антон Профит. Сразу же оформите подписку на мой канал. В данном видео мы рассмотрим проект Астар. Как многие говорят, это гем гемный. Убедимся, что это именно так. А также подробно расскажу о том, как вы сможете нести свои токены Polkadot в пользу данного проекта. Погнали! Итак, вкратце, что это за проект и почему многие делают на нем акцент. Астар – это ключевой проект на Polkadot, так как Polkadot Real Chain не поддерживает смарт-контракты, поэтому необходимо иметь такие проекты, как Астар, которые позволяют на полкадотовской системе писать смарт-контракты, выпускать различные приложения и так далее. То есть Астар позволяет сделать из обыкновенного полкадота подобие эфира, только с меньшими комиссиями, в сотни и в тысячи раз меньшими комиссиями, чем в эфириуме. Соответственно, все мы с вами в первую очередь любим экономить при совершении транзакций. Многих из нас с вами пугает дороговизна транзакций в эфире. И если те же самые приложения и сервисы, которые сейчас есть в эфире, и мы ими пользуемся от безвыходности, будут находиться на Polkadot, мы сможем с вами экономить в сотни и в тысячи раз больше денег только на одних транзакциях. Благодаря тому, что Polkadot в содружестве со Astar позволит разработчикам путем нажатия нескольких кнопок перевести все свои смарт-контракты, приложения и сервисы, которые находятся сейчас в эфириуме, на блокчейн Polkadot. Схематически принцип работы Astar, который объединяет все существующие блокчейны Cosmos, Binance Smart Chain, ICP, Solana, Avalanche и так далее, показано на данном слайде. То есть благодаря именно проекту Astar все остальные блокчейны смогут взаимодействовать с Polkadot. И именно поэтому у проекта Astar самое большое количество грантов, которые были выделены Web3 Foundation, а президентом которой является сам Гевин Вуд, разработчик и основатель компании Polkadot. На данном сайте ParaChainInfo представлено, что у них всего 5 грантов. На самом деле у них уже 7 этих грантов. То есть аналогов данному проекту в этом плане точно не существует. Что предлагает нам по наградам данный проект? Ну, в первую очередь, как всегда, по классике, все наши доты будут залочены на 96 недель. Всего будет 7 миллиардов токенов. Из них аж 20%, 1,4 миллиард, это получается, будет выделено нам с вами на краудлоун в виде наград. 10% токенов мы получим сразу при старте торгов, при запуске сети. И 90% остальных токенов мы получим в течение остальных 96 недель. И что самое главное, ребята, в отличие от всех остальных проектов, эти залоченные токены, пока мы не имеем к ним доступ, мы можем стейкать, размножать их и так далее. То есть по факту у нас через 2 года будет в несколько раз больше токенов, чем должно быть изначально. В данный момент нам проект предлагает за 1 дот минимум 40 токенов Astar. Но скажу сразу, что здесь не учитываются те бонусы, которые мы сможем с вами получить до того, как завершится первый аукцион. Так как официальные аукционы стартуют 11 ноября, то первый аукцион слот будет завершен 18 ноября. То есть, ребята, у нас с вами есть практически полторы недели, чтобы успеть выжать из этой возможности по максимуму. Помимо стандартных 40 токенов плюс, как минимум, мы получим сверху 20% наград, если примем участие вплоть до 18 ноября. Плюс дополнительные реферальные бонусы получите 1%, если будете получить по моей ссылке, которую найдете в описании. Об этом я расскажу чуть-чуть подробнее попозже. А теперь давайте подробнее обсудим с вами, что такое Шайдон. Проект есть Шайдон в сети Кусама, тот же самый проект. Ну, во-первых, Шайдон уже торгуется, и в данный момент он находится в низах 3.63. Это очень крутая цена для данного токена. Этот токен будет стоить намного дороже в будущем, и его также следует прикупить. Пиковая цена данного токена по CoinMarketCap показывает, что была 8 долларов. Но я вам хочу сразу сказать, что данный токен я получал и лочил свои токены Кусама. И первый листинг происходил на бирже MXS. И я спокойно умудрился продать его прям в пике. Перед вами сейчас 15-минутные свечи, но в диапазоне от 11 до 12 долларов он как минимум находился приблизительно 5 минут. То есть все, кто хотел, могли спокойно продать свои токены в среднем по 11,5 долларов. То есть всегда, ребята, на самом старте листинга токена выгоднее всего продавать ту часть, которая у нас с вами будет разлочена.
При этом токенов SDN всего 70 миллионов. А как вы уже слышали, ASTAR будет 7 миллиардов, то есть ровно в 100 раз больше. Многие из вас сейчас подумают и скажут, что если в 100 раз больше аналогичный проект, можно сказать то же самое, то и цена в данный момент, если бы торговался ASTAR, должна быть в районе 3 центов. 100 раз меньше. Но, ребята, те, кто думает так, мыслят совершенно неверно. Для примера приведу вам Кусаму и Polkadot. Это один и тот же проект с абсолютно одинаковым функционалом. Просто тестовая сеть называется Кусама, а головной проект называется Polkadot. Все проекты сначала выходят на Кусами и тестируют свой функционал. И если все хорошо, после этого он появляется, проект уже с другим названием, либо с точно таким же, в основной сети Polkadot. Итак, давайте посмотрим. Во-первых, Кусам в данный момент всего 8 миллионов, и каждый токен в данный момент стоит $440. Сколько у нас сейчас Polkadot? 981 миллион. То есть вы представляете, что это ровно в 100 раз больше. И цена у тех, кто мыслит так, приблизительно также должна быть 100 раз меньше. Но что мы видим? Токен Polkadot, основной токен, самый главный, стоит $50. Чуть больше, чем 8 раз меньше. А хотя должен стоить по логике в 100 раз меньше. То есть стоимость его должна сейчас приблизительно быть $4.5. Но нет, ребята, именно так и должно происходить. Основные проекты всегда являются главными, всегда имеют большую стоимость и представляют собой большую ценность. Здесь будет все то же самое. Как я уже сказал, изначально все считают, что данный проект будет гемом гемным. Да, ребята, это ключевой проект, и когда-то он будет стоить очень много денег. И поэтому, если вы являетесь холдером Polkadot и не планируете его продавать, потому как Polkadot всегда будет только расти в цене, даже в короткие промежутки, когда токен может и упасть, в любом случае, всегда будет цена выше той цены, по которой вы купите токен сейчас. Но, во-первых, Shaiden стоит так дешево не просто так. Не было пока топовых листингов, таких как биржа Binance и так далее. Но все еще впереди. Все топовые биржи ждут основного токена. То, что он будет залистен на бирже Binance, это будет в любом случае. Так как Binance Labs инвестировал в данный проект, так же, как инвестировал и Huobi, как и OKEX и так далее. То есть, у данного проекта все главные фишки и все драйверы роста еще впереди, ребята. Так же, как и у главного токена ASTAR. Вернемся к нашей награде. Нам обещают как минимум 40 токенов, при условии, что в данный проект занесут 35 миллионов DOT. Я уверен, что занесут немного меньше, потому что 35 миллионов DOT по сегодняшнему курсу это приблизительно 1 миллиард 750 миллионов долларов. Давайте посмотрим, сколько миллионов долларов занесли Shaiden, и увидим, что было занесено всего 61 миллион. И этого было достаточно, чтобы данный проект в третьем слоте победил. Я уверен, что и в данный момент он займет именно третий слот. И мы можем приблизительно предположить, приблизительно плюс-минус, там, не знаю, 20-30%, если мы разделим эту сумму на 61 миллион, то получаем, что в 28 раз меньше занесут, чем проект планирует собрать. И, соответственно, ребят, награда может быть также в 28 раз больше. Конечно, это фантастика, я уверен, что сейчас очень многие холдеры Polkadot понесут данный проект, но я также точно уверен, что у нас будет не 40, а как минимум в 5, 7, а то и 10 раз больше. Предполагаю, что за каждый залоченный DOT в итоге мы получим приблизительно по 400 токенов ASTAR. И это вполне реально, ребята, потому как в данный момент я вам уже показал приблизительный расчет, как и было в прошлый раз Shaiden, в первые дни несли очень активно, все, кто хотел занесли, и остались там уже капелюшечки, которые капали там по 10-20 тысяч в день долларов, и все, пока проект не выиграл. Я уверен, что он третий слот займет спокойно, но в итоге здесь в районе 80-100 миллионов максимум будет залочено в долларах. Все это сухие расчеты, ребята. Каждый, соответственно, всегда принимает риск на себя, но я вам сразу скажу так, что из тех проектов, которые сейчас участвуют в гонке и уже анонсировали свои награды, это однозначно лучшее предложение, что есть. И тем более, учитывая потенциал листинга этого токена на всех крупных и топовых биржах, а также функционал, который он добавляет в Polkadot, это однозначно ключевой и самый главный токен сети Polkadot. Теперь давайте, ребята, остановимся на том, как мы сможем принять с вами участие. Ну, во-первых, скажу сразу, что для того, чтобы вам принять участие, вам нужно иметь эти доты, а доты нужно покупать на бирже. И рекомендую
использовать биржу Binance. Если ты не знаешь, как это сделать, как зарегистрироваться на бирже Binance, на моем канале есть видео по этому поводу, ссылки все я оставлю в описании. Также рекомендую посмотреть видео по Binance P2P. Это видео расскажет тебе, как с банковской карты, с Тинькова, Сбербанка или любой другой, ты сможешь без копейки комиссии купить за свои рубли или доллары криптовалюту на бирже Binance. И также тебе, дружище, понадобится Polkadot.js. Нельзя в краудлоунах и парачейнах участвовать с леджера либо другого холодного кошелька. Тебе обязательно придется установить кошелек Polkadot.js в себе в браузер и использовать его. Поэтому инструкция на моем канале также есть, и по ссылке в описании ты ее найдешь. У меня уже все это есть, все установлено. Я просто перехожу на биржу Binance и покупаю токен Polkadot. Для этого перехожу торговля, классическая. Здесь в поиске печатаю DOT. Выбираю DOT USDT, пускаю чуть пониже. Буду покупать по маркету, чтобы не ждать цену. У меня сейчас есть $594. Если вы хотите какое-то определенное количество, ребята, купить, то указывайте здесь, допустим, 5. Хочу сразу, ребята, сказать, что в проект можно внести от 5 DOT. Максимум не ограничен. Но при этом вы должны учитывать, что у вас при выводе будет комиссия 0,1 дота, приблизительно $5. И вам нужно еще иметь на кошельке приблизительно 1,1 дота, который вы не будете лочить, чтобы кошелек был функциональный, чтобы у вас были денежки на оплату комиссии в будущем и сейчас. То есть рассчитывайте, исходя из этого. Если вы захотели залочить 10 дот ровно, то вам нужно купить 11,2 дота. При выводе с биржи у вас съестся 1,1 дота, плюс 1,1 дот вам нужно оставить на кошельке, чтобы он, как я уже сказал, функционировал, и у вас 0,1 дот был для оплаты различных будущих комиссий. Поэтому я покупаю 11,2 дота, продемонстрирую, так сказать, на себе. Нажимаю купить дот, все, мои доты купились и добавились. У меня уже есть дополнительные доты, плюс у меня сейчас в холде на бирже уже также накупленные доты есть в районе 140 штук. В этот проект я буду лочить минимум 50 дотов, только с другого кошелька, с данного кошелька экспериментального, так сказать, для записи видео. Я лочу обычно по минимуму, там одну кусаму, либо там 5-10 дотов, для того, чтобы показать вам, как это происходит. После того, как вы купили нужные вам доты, мы переходим в кошелек, фиат и спот. И выводим свои токены DOT на кошелек Polkadot.js. Для этого нажимаем вывод. В поиске здесь печатаем DOT. Находим его. Сюда нам нужно в адрес получателя вставить наш адрес Polkadot.js кошелька Polkadot. Перехожу на сайт Polkadot.js App, аккаунты. И вижу свои кошельки. Ребята, будьте внимательны, чтобы здесь у вас стоял именно Polkadot. Если у вас здесь включена Kusama, то выбираете здесь Polkadot. Вот это Via Parity и Switch. Если вдруг у вас не загружается эта страница, ребята, отключите все остальные расширения в вашем браузере и перезагрузите данную страницу. Далее я выбираю свой кошелек, на который я хочу положить свои токены Polkadot, с которого я буду их лочить в пользу проекта Astar. Если ваш кошелек здесь в списке не появляется, то перейдите в расширение, ребята, и переключите здесь на All Use on Any Chain. Должно быть вот такое вот название. Все кошельки свои всегда рекомендую вам переключать именно в этот режим. All use on any chain. Кошелек нужно копировать не здесь, ребята. Здесь общий кошелек показывается, а не конкретно полкадотовский. Обновляем данную страницу. И как видите, количество кошельков у меня после этого здесь увеличилось. У вас, скорее всего, будет здесь один кошелек, потому что зачастую у всех пользователей один кошелек. Так, в принципе, правильно. Но у меня их такое количество, потому что с одних я участвую большой суммой в аукционах, а другие у меня тестовые, где я экспериментирую или записываю видео, как в данный момент. Хочу обратить внимание, что ваш кошелек должен начинаться на единичку. Если вы здесь видите 15... 13, там, не знаю, 16 и так далее, 1Е даже может начинаться, но главное, спереди должна быть единичка, то это все правильно, это и есть кошелек Polkadot.js. Выбираете нужный вам кошелек, нажимаете на его название, кликаете сюда мышкой, и ваш кошелек скопировался. Возвращаемся на биржу и именно этот адрес вставляем сюда. Спускаемся чуть пониже. Сеть вы здесь не должны менять. Именно Polkadot должна оставаться. И вот сюда мы указываем ту сумму, которую мы хотим вывести. Как я сказал, выводить нужно 11,2, если вы хотите ровно 10 залочить. Если вы хотите залочить 5 токенов, то вам нужно вывести 6,2, потому что получится 6,1 DOT вы себе на кошелек чистыми. И 5 из них вы залочите. Остальное вам нужно будет для того, чтобы кошелек был активен,
оставлять на самом кошельке. В данный момент я выведу 5 токенов, потому как на данном кошельке у меня и так уже сейчас 6 дотов лежит, поэтому мне 5 дотов хватит. Нажимаю вывод, продолжить, получаю коды безопасности и ввожу их. После этого нажимаю кнопку отправить и завершить. Спускаюсь в этом же окне чуть пониже и вижу свою транзакцию, что мои доты ушли. Я уже могу вернуться к себе на кошелек. Запоминаем, у меня сейчас 6 дотов, обновляем данную страницу. И как видим, у меня уже 11 дот на кошельке. То есть меньше чем за минуту все доты появились у меня на кошельке. Транзакции с биржи Binance проходят моментально, поэтому рекомендую использовать именно эту биржу. Итак, теперь, ребята, нам осталось принять участие. А как это сделать? Под видео будет специальная ссылка, перейдя по которой вы получаете дополнительные бонусы. Данная ссылка будет называться «Принимаем участие тут». Кликайте по ней и попадаете на такое вот окно. Смотрите, чтобы сайт не был переведен у вас на русский язык. Если вдруг он перевелся на русский язык у вас, то это может вызвать затруднение с подключением вашего кошелька. Отключите перевод на русский язык, включите назад английский и после этого нажимаем «Stake.now». Нас перебрасывает чуть ниже, и вот здесь, ребята, вам нужно увидеть ваш кошелек здесь. Если вы его не видите, то обратите внимание на расширение Polkadot.js. Нажимаем колесико вот этих настроек. Manage веб-сайт. Проверяем, чтобы здесь у нас был CrowdLoan на Star Network включен. Включаю. Убедился, что у меня он был не включен, поэтому, скорее всего, кошелек мой не был виден. Еще раз после этого обновляю страницу. Как видите, опять ничего не произошло. Но уже вот здесь мы можем пощелкать. И, как видите, наши кошельки отобразились. Вот он мой кошелек, нажимаю Confirm. Все, ваша задача добиться, чтобы здесь указывался ваш кошелек. Если у вас здесь пусто, нету вот этих цифр, а только вот такой значок, значит, у вас еще не подключился ваш кошелек. Обновляете, кликаете сюда несколько раз и пытаетесь подключить свой кошелек. Также, ребята, при подключении к данному сайту у вас может выскочить вот такое вот окно. С просьбой авторизовать ваш кошелек, где вы должны нажать именно желтую кнопку. И после этого, как видите, кошелек автоматически подключается к данному сайту. Я специально подробно остановился, ребята, на данном моменте. Извините за такую нудность, так сказать. Но у большинства, поверьте, у многих очень новичков эта проблема возникает. Итак, после того, как перешли по этой ссылке, подключили свой кошелек, вы видите следующее. Во-первых, баланс ваших токенов, которые у вас есть на кошельке. И здесь вы можете указать ту сумму, которую вы хотите внести. Я буду в тестово вносить 5 пока полкадотов. Всю основную сумму в районе 50-100 дот. Я уж посчитаю и посмотрю на остальные парачейны. Я внесу с основного кошелька. Итак, при этом раскладе здесь указывается пока минимум еще не переделанные награды. При этом здесь прям так и поясняется, что это не включая бонусы. Но как я вам уже сказал, сама компания анонсировала, что даст за каждый залоченный дот как минимум 40 токенов Астар. Ну и как мы с вами посчитали, это скорее всего будет на самом деле не 40, а 400. Плюс сверху вы получите еще дополнительные бонусы. 20% за раннее участие до 18 ноября. Если участвуете после, то не переживайте, немного вы потеряете, чуть получите меньше токенов, но в любом случае данный проект гемный, как все говорят, поэтому участвовать в нем нужно, ребята. И вполне возможно, ребята, в будущем мы будем вспоминать с улыбкой на устах, как мы участвовали с вами в этом проекте. Итак, указывайте количество, как я вам сказал, минимум 5 дот, если мы захотим 4 внести, не получится, 5 дот минимум. После этого нажимаем кнопку Contribute Now. Принимаем соглашение, вводим пароль от своего кошелька и нажимаем желтую кнопку, чтобы подписать свою транзакцию. Происходит отправка наших дот в пользу проекта Астар. Просто ожидаем, когда это колесико прокрутится, и мы увидим такую зеленую надпись. Если, ребята, у вас крутится колесик 5-10 минут, то дальше я вам расскажу, как проверить, внесли вы свой взнос или нет. Чтобы убедиться, что взнос точно был, вы можете спуститься чуть пониже и увидеть такую вот штуку. Check the transaction. Это хэш транзакции, что подтверждает то, что мы сделали свой взнос. Если, как я сказал, страница зависла и вы не знаете, что делать, чтобы убедиться, что вы сделали взнос, возвращайтесь на Polkadot.js App. Вот здесь выбирайте Network. Парачейны, CrowdLoan, ищите название Астар, и напротив него, вот здесь, ребята, у вас должно появиться My Contribution. Если вы в этот проект вносили с данного кошелька, то здесь вы увидите количество дот, которые вы внесли. Как видите, здесь указано 5 дот. Все, ваша, значит, транзакция прошла, и если у вас подвис данный сайт, вы просто можете закрывать.
Когда и как мы узнаем, сколько мы получим точно в итоге токенов, а мы узнаем чуть попозже, после того, как проект выиграет слот. Предположить могу в данный момент пока, что он займет слот по счету третьим, а это будет примерно 2 декабря, ребята. Именно тогда мы узнаем точное количество наград, которые мы получим за каждый свой дот. Когда точно станет известно, сколько токенов нам дадут, я расскажу в своей телеграм-группе. Обязательно, ребята, вступайте туда и не пропустите важные новости, события и аирдропы, в которых мы с ребятами участвуем. Также можете вступить в наш телеграм-чат, и если какие-то остались вопросы по данному проекту, или по предыдущим, или по будущим, мы всегда там на все вопросы с админами и остальными ребятами отвечаем. Ну и конечно же, повторюсь, обязательно подпишись на мой канал, поставь колокольчик, потому что только на этом канале ты получишь подробные пошаговые инструкции того или иного процесса. Как настроить кошелек, как заработать, как куда вложить и так далее. Делитесь, ребята, этим видео с друзьями, раскидывайте его по чатам. С вами был Антон Профит. Желаю вам всем удачи, всем пока.